Напоминание о том, куда звонить при пожаре, написанной краской на стене, пришлось как нельзя кстати жильцам дома номер 19 по улице Ленина. 14 ноября около 10 часов утра здесь произошел пожар в бытовой комнате на втором этаже. Никто не погиб и не пострадал, кроме тазиков и нехитрой мебели. Особенно досталось стиральной машине, которая, по предварительной версии, и стала причиной пожара. На место происшествия выехали дежурные караулы пожарных частей номер 41 и 88. Огонь оперативно потушили. По иронии судьбы, день назад здесь прошел рейд по соблюдению правил противопожарной безопасности. 13 ноября 2019 года в данном доме был проведен рейд на соблюдение требований пожарной безопасности, в ходе которого было установлено, что бывают нарушения, допускается загромождение эвакуационных путей, или вообще блокировка. Как показал рейд, кроме захламленных помещений, в этом здании коридорного типа еще масса причин для происшествий. Электропроводка находится в аварийном состоянии. Когда здесь был ремонт, никто не помнит. У жильцов общежития своя версия пожара. Третий этаж нас топил. То есть видео вам показывали. То, что лилось отсюда. То есть то, что случилось, мы не знаем. То есть я вышла, уже был дым. То есть там я единственная успела вытащить детей на улицу. Все. На данный момент проводится мероприятие по установлению истинных причин пожара и возможных виновников. Елена Маврина, Денис Ипатов, новости Татарстана.